В городе Туапсе уже стало традицией проводить фестиваль под названием «Золотой абрикос». Второй год подряд проходит фестиваль армянской культуры в сентябре. И это говорит о том, что после прошлогоднего фестиваля он стал пользоваться интересом. В прошлом году проводили первый фестиваль, он у нас очень успешно прошел празднично. Цель нашего фестиваля – это приобщить к армянской культуре и жителей, и гостей города. Появляется интерес к армянской культуре, появляется интерес к талантам детей, и дети сами стремятся себя показать, им это интересно. Поэтому это очень хорошее дело, которое организует Союз армян России, местное отделение города Туапсе, молодежная организация Союза армян России города Туапсе. Поэтому это прекрасное дело, которое нужно продолжать и не один год. Фестиваль проходил при поддержке администрации города Туапсе, и организатором стал Союз армян России Туапсинского отделения в лице председателя Шагмелян Граера Георгиевича. Поддержала. В прошлом году мы сделали первый фестиваль. Вот. Нас поддержала заслуженная артистка Армении Шушан Петросян. Она патронирует наш фестиваль. В этом году она с собой привезла целую плеяду работников культуры, значит, Армении, которые сегодня выступят тоже в заключительном блоке. Это город Туапсе очень многонациональный. Вот, и поэтому каждая национальность, каждый народ должен показывать свою культуру. Ведь мы всегда устраивали, в общем-то, на День города устраивали, допустим, праздники национальных культур. Ну, пусть не каждый год, но вот на следующий год мы тоже посмотрим, поработаем над этим вопросом. То есть каждый народ должен представлять всем жителям города Туапсе свою культуру. Это сближает и объединяет. Сегодня исторический день. Сегодня город и район празднуют второй фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос». Этот праздник, он объединяет всех национальностей, потому что у нас более 120 национальностей в Краснодарском крае проживают. В нашем мире нужно объединить вот всех людей, которые проживают рядом, чтобы не было у нас, не дай бог, каких-то вопросов, связанных, скажем, что сейчас творится на Востоке. Вот. Все люди разные, но мы все вместе. Мы делаем одно дело, мы живем, мы украшаем этот город, украшаем этот район и хотим, чтобы наши дети только пели и танцевали, и соревновались, может быть, на спортивных площадках. В жюри присутствовали яркие и знаменитые фигуры армянской эстрады, достаточно строго выбирая участников для торжественной части фестиваля. В нем принимали участие танцевальные коллективы разных национальных культур. Очень рад, что участвую, потому что довольно-таки интересно пообщаться с армянами, которые не родились в Армении и все же стараются как бы армянскую культуру представить. Вот эти фестивали, это общение друг с другом, например, вот наши труппы, профессиональные артисты все, певцы, певицы и балетмейстер есть. Это общение будет как бы хороший повод, это, чтобы более они начали более профессионально обратиться к искусству. Это отличное начало, хорошее начало. И я думаю, что годами будет уже меняться, и как бы вот эти, не знаю, там мастер-классы всякие с ребятами, что будут проходить, вот это будет к пользе. То, что происходит здесь, среди армян, то есть есть диаспора, организовываются какие-то фестивали, какие-то мероприятия, которые смогут вот сблизить всех армян в городе Туапсе. И, конечно, надо было ознакомиться вообще, что здесь любят в плане музыки, что поют дети, какие у них, в общем, цели или желания. Думаю, что это очень хорошая тенденция, дай бог, чтобы она продолжалась, то есть каждый год, дай бог, чтобы вот наши здешние армяне, которые все это организовывают, более вот так, более внимательно относились ко всему этому, потому что это как бы телемост с Арменией, и дай бог, чтобы дети, которые вот здесь хотят учиться музыке, хотят петь, дай бог, чтобы самые талантливые очутились в Ереване, в Армении, значит, пообщались с нашими певцами, певицами, чтобы понять вообще, что такое армянская эстрада, потому что современная армянская эстрада – это совсем иное.
Но я рада, потому что здесь я встретила очень многих талантливых ребят, которые хотят учиться, которые понимают, что они истинные армяне и хотят сохранять наши армянские корни. Мы услышим голоса, хорошие голоса. Мы найдем для себя очень много новых, значит, исполнителей не армянской национальности, артистов, которые просто имеют возможность выступать в рамки нашего фестиваля. Я думаю, что я приеду до фестиваля и сама буду работать с детьми. И спасибо всем тем людям, которые помогают, чтобы этот фестиваль состоялся. Игорь Торосян – это, конечно, диаспора армянская, Грайр Геворкович. Я всем благодарна, всех очень люблю и уважаю. И дай Бог, чтобы все диаспоры, все национальности, которые живут вот в этом краю, имели вот такую спину, вот такую крепость, которая дает возможность творить и показывать искусство своей нации. Յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի, որ ինքը պետք է ներկայացնի հայկական մշակույթը, եւ եթե հայկական պարը ներկայացնում, ուրեմն պետք է հայկական երաժշտությամբ լինի։ Շնորհակալ եմ Տուապսեի հայկական համայնքին, որ այդպեսի հրաշալի հայապահպանման գործին ծառայող մի գործունեություն է տանում։ Ինձ հրավիրել են այս փառատոնին, ուր ես իմ երկիր երգով, եւ ես ուզում եմ մի քարյակ ձեզ ասեմ. Մասիսն է իմ լերը, մասիսն եմ եւ ես, հերու է իմ երկիրը, երկիր, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քո դաշտերը, քո ջուրը զուլալ, սիրում եմ քո երգերը, արևը քո պայծառ։ Сюзанна Тарасян, Нина Кремер, Карен Исраилян, телекомпания ТВ3.